Артур Симонян, Москва против... Против Мусаева. Не-не-не, Андрей Пономарев. Ну, это следующая пара у нас. А, это приготовиться. Да-да-да. Я тоже, мне послышалось, потому что Уфимец должен быть во второй паре. Пономарев у нас представитель города Кирова. В белом кудоге. Обратите внимание, зеленый пояс против коричневого пояса. Полуфинал чемпионата России. Вполне себе. Ну, это две инструкторские категории. И есть справа такая мазаная зашла в исполнении Артура, но... Вот я бы сказал, что Симонян ярко выраженный игровик, обратите внимание. И с ним сейчас, вот он затягивает Андрея в свои вот эти вот игры. Тот с ним начинает играться. С игровиком, ну нельзя играться, нельзя так вести себя гонки, все равно обманет. А тот, видите, много мелких движений, беспокоящих, которые перегружают компьютер, которые загружают голову постоянно. Которые не дают тебе начать атаку. Вот, и сразу, обратите внимание, комбинация практически с места. Правый лоу снаружи и левый там, не то middle, не то inside, не сразу поймешь. И правым сбоку опять цепляет, бросается первый. Замечательно, амплитудный бросок. Прихвачена голова. При этом отдает голову на гильотину. Вот в этой позиции человек, в принципе, задушить довольно тяжело. Он, во-первых, сейчас кувыркаться будет, а во-вторых, они встали в стойку. Еще раз запусти! Сейчас главное сейчас за спину его не запустить. Молодец. Сейчас дорабатывает Андрей Пономарев. Жалко, что на краю татами. Здесь классическая такая шахматная мини-партия. Да? Артур понял, что отдал голову. Сразу сел на вторую ногу и стал оббегать. То стал подкручиваться в попытке забрать гард. Ну и ничего не оставалось. Артур правильно сделал, что просто перекувырнулся, ушел. С захвата подняв стойку. Андрей постарался сохранить позицию, потому что, в принципе, она у него была, ну, рабочая. По-хорошему. Право есть, но вот такой. Еще есть справа. Подхват под одну есть, но переведет, да. Очень неплохо борется. Пономарев очень неплохо борется. В этой позиции, опять обратите внимание, закрывает шею. Но нет. А сейчас можно сделать и прием, и киме. На руку, я думаю, пойдет сразу. Нет смысла здесь киме делать. Мешает нога. Не успеет, я думаю. Не успеет, а на ножку не пошел. Партер прямо, мое почтение, хочу сказать. Есть, это кока. А это рука, да. Не успел по времени, но здорово, оценят. Здесь оценят, потому что одна рука, она не могла сопротивляться, вторая рука прихвачена в достаточно жесткий захват. И здесь на самом деле немножечко, я бы сказал, что Андрею Пономареву повезло, потому что там чистый рычаг уже был, просто время в партере закончилось. Это нет больше борьбы. Два раунда по 30 секунд закончились. Да и время заканчивается уже, подходит. Да, там по баллу, в принципе, все. Идет к победе Симоняна. Время. 1-0. Есть оценка. Хороший бой, очень темповой, очень такой зрелищный. Здесь не пришлось ни нам скучать. Плюс, наверное, это первый поединок, который в партере. Ну, мы не берем более пилины, да. Первый поединок в партере. Победу одержал Симонян Артур. Ну, реально интересные ребята. Ну и был очень хорошо красивый, будет амплитудный такой бросок в исполнении Симоняна. Надеюсь, сейчас на повторе увидим это техническое действие. Очень красиво было. Давайте глянем. Да, вот это бросок. И здесь он вот едва не попался. Вот он не дал вторую ногу закинуться на спину. Потому что если бы... Видите, закладывался уже. Вот. Он не защищается, а вторая рука правая у него была выключена.